ребята, с вами Снорфэй. Сегодня мы играем в Snow 2. Какой-то новый режим, доступный, только на несколько дней. Союзники Лайт. В этой операции вы можете... Я не успел прочитать. Так, подождите, у меня... Ой, у меня волос почему-то на экране. Сейчас. Блин, берите. Сейчас. О, все, убрался. Так. О, ребят. Пацаны. А здесь... Что? Подожди. А... То есть я могу покупать не все пушки. И мы играем типа в союзники. Так это же... Ой, блин. Где я? Ой, я вообще как-то... Забыл, как играть в Джимми Дэш, потому что... О, мне пишет. Потому что... Ой, хуй в Джимми Дэш, в стендов, потому что... Господи, что я... Ой, как вообще? Мне интернет ужасный. Слава СССРу. Слава СССРу. Подожди, слава СССРу. Да, не постарайся. 50 тысяч! О май гад, бол. 2 граната. А, мы еще и за тиров. То есть нам вообще кайф, да? А это кайф, да, это кайф. Видел. Инфа. Просто... А, того забрали. Того забрали, отлично. Ой-ой! Все нормально, кайф. А, вообще кайф. То есть у нас нам надо за справиться, наверное, за 10 раундов в эти деньги. То есть если мы, ребят, не справимся, то как бы мы будем играть в эко-раунд. А эко-раунд, ребят, это не очень хорошо. Просто на инфе взял, и тем более на префайре. Ой-ой-ой. Краса. Ну, вообще, ребят. Ну, вообще, как-то не чувствуется даже. Ну, как бы... А, у нас деньги пополняются. Ну, тогда еще кайф, ребятушки. Дядь. У нас это легач какой-то. Он просто покупает диглы это сделать. Я бы на его... Не, типа можно, да? Типа у нас денег завались сколько много. Но, блин... Ой-ой-ой. Я один остался. Один. Просто не хочу. О! Еще и мне гранату закинул. Я-то его знаю. А, да половина мяч. Слушай, чел, я это возьму. Алик выброшу. Просто два авика. Просто минус 8 тысяч. Не, ну реально, а зачем мне? Не понимаю, где они. Блин, я инфу дал, блин. Случайно выстрел. Пацан, давай планируем. Я тебя понял. Ой, на балконе крыса обошли. Да, ребята. А, мы уже 4 минуты снимаем. Ребят, я уже как бы права забыл, на самом деле. Но здесь надо 7 раундов или 8 выиграть. То есть это не так уж и много, на самом деле. Теперь мы за спецов. Вот это, ребят, очень плохо. Мы с вами, ребятузики, берем. Юсп обязательно берем. И М16. С М16, ребятузики, мы с тобой с вами выиграем. Я с Юспом играю как реальный кибер. Ну, ребят. Я мастер Юспа.
серьезно. Ну, не против нас играть. Ну, блин, ребят. ГГ, я согласен. В смысле, ГГ, Я не понял. Смотрите, мы с вами, ребята, сейчас бежим. Кидаем хае. Кидаем флешбэк. Ребят, ну, блин. Ну, ребят. Ну, просто я даже не чувствовал. А, опять один просто. Я не чувствовал, реально, ребят. Ладно, ребята, здесь вам понравился такой малюсенький ролик. Малюсенький. Фух. Хотя, ребят, давайте сыграем еще раз. Потому что, ребят, ну, блин. Согласитесь, я просто их раскатал в сухую. Просто. Я им даю хэдшот. Ну, блин, ну реально, это просто изи. Да пошел ты нафиг. Маус будет помнить. Я тебе сейчас жопу засуну, помнить. Так, ребята, я думаю, начнем следующую катку. Ну, когда начнется, мы продолжим. Так, ребятушки, мы... Ой-ой-ой! Ладно, let's go! Я бомба вообще кайф. Блин, просто дефьюзил, пока я стоял и убивал. Ладно. То есть они пошли через этот, то есть если я буду в крысу, правильно поставить. Ну, вообще, я с тобой, пацан, соглашусь. Что это просто нереально сейчас было. Просто. Согласитесь. У меня 7 хп было, ребят. 7 хп. А это очень-очень много. А, так, какого бомба у него? Бомба, блин. Сейчас давай, тащи, пожалуйста. Thank you.
Ебой! Вообще кайф. Меняем сторонами и погнали. Так, ребят, погнали. Все, погнали, let's go. Дигу-го. Блин, пацан, на что ты соглашаешься? Пацан, ну реально, на что ты соглашаешься? Ой-ой-ой! Просто двоих забрал. Пацан, вообще кайф. Понимаешь? Ну просто иди. Понимаешь? Не, забирай, забирай, пацан, забирай. У меня пушка мощнее. У меня немножко пушка мощнее. Один тун-тун. Ой-ой-ой. Просто ес. Вот так вот пацаны решают, ребят. Просто, ну. Просто взял и все, и выиграл карту. Все, ребята. Он здесь реально изи. Все, ребят. Ладно, ребят, если вам понравился такой ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.